Ён тихий космический пилот, звездный дневник. По мотивам Станислава Лема. Когда в воскресенье 23 декабря я пролетал вблизи туманности Кубрика, я озабоченно вспомнил, что именно сегодня Рождество. Беспорядок в ракете не соответствовал такому большому празднику. Иди сюда и приберись. Для этого ты тут и находишься. Что? Сегодня Рождество, так? Ракета не должна быть грязной. Это должно быть сегодня? Нельзя подождать до завтра. Ни вчера, ни завтра. Праздник сегодня, так? Приберись сейчас же. Для меня праздник Рождества был очень важен. Поэтому я хотел, чтобы в ракете был порядок перед рождественским ужином. Ты должна мне помочь. Я не понимаю эту традицию. Зачем сидеть под горящим деревцем? Ты не понимаешь, Рождество — это важно. Оно наводит на размышления, откуда мы произошли. Но я знаю, откуда я произошла. Футурологический конгресс. От мусора я хотел избавиться на маленькой необитаемой планете. Я был уверен, что никто этого не заметит. Это свинство, выбрасывать это все на чужую планету. Ты тут не умничай. Твое задание — это уборка. Ты мой робот? Раз я говорю прибраться, значит прибирайся, ясно? Но, господин Тихий, я филигранный кибертоварищ, а не космическая уборщица. Филигранный кибертоварищ, я сейчас лопну от смеха. Мне еще есть что сказать. Я говорю, сейчас же вычистишь все до блеска. За работу. Что за наглость выбросить мусор на меня и мою ракету? Но тут в чужом мусоре я нашел странное устройство. Я понятия не имел, для чего оно служит, и это меня очень заинтересовало. С помощью этого устройства можно было виртуально попасть в другое место, оставляя тело в ракете. Но я понятия не имел, что это было за место. И тут появилась еще большая загадка. Раз я попал в виртуальный зал, для чего мог служить автомат с напитками? Какой смысл было утолять жажду в киберпространстве? Я должен был это узнать. Всегда одни и те же проблемы с автоматами. Ты обманщик, но со мной у тебя это не пройдет. Обманщик. Ай-яй-яй, нехорошо. Это был великий чрезвычайный посол народа тараканцев при полном параде, и вы его оскорбили. А вы какой расы? Чрезвычайный посол. Где я нахожусь? На футурологическом конгрессе. Где же еще? Я удивился. Тут собрались все существа со всей галактики. Но не было ни одного человека. Чужой? Какой расе вы принадлежите? Проводите его ко мне. Почему вы считаете, что ваша раса должна участвовать в футурологическом конгрессе и быть принятой в космический совет? Э,
Я человек, а человеческая раса очень-очень прекрасная. Для нас, людей, самое важное — братство, мир, наука и музыка. Но самое важное — то, что человек верит, что является совершенным творением Божьим. И по этой причине человек исключителен. Поэтому я думаю, что мы подходим к этому вашему футурологическому конгрессу и хотим сотрудничать. Спасибо большое. Хорошо. Благодарим за выступление. Теперь послушаем вашего оппонента. Оппонента? Все это было все более загадочно. Минуту назад я попал сюда совершенно случайно, а уже начал переговоры от имени всего человечества, касаемые участия в сообществе, о котором никогда раньше не слышал. Почтенный председатель, уважаемые члены и человек. Ведь мы давно уже решили, что люди никогда не станут членами этого сообщества. Освежу вашу память и напомню вам почему. Мы видим тут ход эволюции на периферийной планете Земля. И видим сразу, что идет она нехорошо. Уже после короткого периода развития появляется первая человеческая форма, так называемый кретиноид, именуемый также тошняк-полоумник. Следующий этап не лучше, а даже хуже, потому что появляется идиотус эректус. Это полный дурак. Это боковая тупиковая ветвь развития, которой, к сожалению, удалось выжить и которая превратилась в самую большую ошибку космоса. Появился безволосый суррогат чудоюдный. Представитель этого подвида сидит среди нас. Вышесказанным я хочу подчеркнуть еще раз, человек никогда не может быть принят в наше сообщество. А его самого худшего качества я еще не назвал. Он совершенно не уважает других. Земляне уже много лет выбрасывают свой мусор прямо в космос, так же и на наши планеты. Прошу тишины! Вот невезение. Почему это должно было случиться именно сейчас? Я только что выбросил мусор на чужую планету. Спокойно, прошу вас, пожалуйста. Вы же понимаете, что столь серьезное обвинение должно быть подтверждено доказательствами. Да, у меня есть доказательства. Этот примитивный тошняк замусорил чужую планету. Если не верите, взгляните. Вот изображение, представляющее его ракету именно в данный момент. У тебя предохранитель вылетел? Я тебе питание отключу. Ты всего лишь галлюцинелла, машина. Как мне объяснить это на собрании? Господин Тихий занимается своим делом. Прибираешь, как вы хотели. Вы недовольны моей работой, господин Тихий? Ведь теперь везде порядок? Ну, наконец-то, седьмой человек. Нам что, ждать тебя целую вечность? Теперь наш конгресс демократически проголосует за вступление в него человечества. Но сначала вы, как представитель Земли, имеете право на последнее слово. Итак, прошу.
Мне сердце кровью обливается. Вы создали себе ложный образ Йона Тихого. Это все одна большая ошибка. Обманщик. И кроме того, я не единственный негодяй на этом собрании. Здесь есть и другие, у которых тоже совесть нечиста. Ладно, да, я признаюсь. Позволь мне самому признаться, пожалуйста. Я скажу всю правду. Этот тараканский посол вообще-то украл у меня монетку, но больше ничего дурного не сделал. Неужели у него что-то было на совести еще? Пожалуйста, я хочу сказать вам всю правду о земле, ее обитателях. По правде говоря, люди невиновны. Давным-давно, когда Земля была еще мертвой планетой, я прибыл на нее на своей ракете. К сожалению, у меня испортился холодильник. Двое моих коллег, Гер и Пук, выбросили за борт прокисший гуляш. И кроме того, Гер был сильно простужен. И таким образом, насморк и вонючий гуляш невольно положили начало трагической эволюции на мертвой до тех пор земле. Это мы, таракани, виноваты, поскольку мы оживили эту мертвую планету. Так появились эти вырожденцы, результат которых Йон Тихий стоит теперь перед нами. Выбрасывание мусора на чужие планеты – это не их вина, они следуют внутреннему инстинкту, поскольку сами таким же образом появились. В рамках сатисфакции прошу принять человека в наш конгресс. Пожалуйста, мне неудобно из-за такого отвратительного акта сотворения. Гуляш был началом всему, началом эволюции и чуда человечества. Человек невиновен. Отдаю голос за Тихого. Человечество невиновно. Тихий, Тихий. 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 К счастью, вся эта история оказалась просто кошмарным сном. Что-то меня ударило по голове, и я потерял сознание. Но зато ракета теперь была чистой. Мусор был выброшен. А вечером я смог отпраздновать Рождество. Гуляш пролился. Сейчас вытру. Оставь это. Ты же не космическая уборщица, а филигранный кибертоварищ. Ты не будешь больше убираться. С этого момента я буду это делать. Потом говорили, что я эту историю выдумал, а злопыхатели позволяли себе инсинуации, будто я питаю слабость к алкоголю и тщательно скрываю это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно, какие еще сплетни распространяли. Но таковы уж люди, они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам.